Это станция метро Сенная. И здесь очень близко индийский магазинчик, который нам понравился. Да, я там купила. Один раз была и купила попробовать сладости индийские. Ой, как мне понравилось. Это смесь халвы, орешков и сахарной ваты. Очень вкусно было. Так, мы правильно идем? Правильно, там всего, я не знаю, там метров 200 пройти. Как хорошо. Да. Даже не 200, даже 100, наверное. Вот. Вот он, индийский магазин. У него даже так название тут не сильно обозначено. Ашанти. Ашанти. Вот это, да, ты хочешь? Да, да. Хочу это. Цену закрываю. Почему? А то будем. Хорошо, ладно. Мне вот такие нравились. Такие. Вот это кокосовые, мне апельсиновые больше нравились. Они все хорошие, вся эта халва, да? Хорошая, вот да. Вот эти я не брала. Угу. Халва кунжутная. 225. Ну, экспериментирую. Я просто хочу все-таки с хлебом и со сладостями завязать. Так, мне знаешь, что надо? Мне нужно кардамон. Так. Это я просто этой, как бы мне. Да ладно, ради бога, ради бога, Наталья. Девушка-продавщица нас узнала, говорит. Так, а Алина, да? Да, очень приятно. Очень приятно. Она сказала, что от нас много покупателей потом пришло. Правда? Да. Много, правда, да. А то мы снимаем и тут как штирлицы прячемся. Очень много фанатов, я вам скажу. Спасибо большое, очень приятно. Покажите, что у вас тут, какие-нибудь, может, обновления есть, что вы тут посоветовать можете? Можно посмотреть, у нас вот тричук такое вот масло пришло. А, это для волос, для очень волос, хорошее, да, в Индии да. Очень ценится. Угу, 398. Что еще хорошенького? Так, Патанджали серия у нас тоже обновилась, алоэ вера, молочный протеин, новые шампуни. Угу, шампуни 335. Да, Патанджали мне очень нравится, это Баба Рамдев хозяин. Новый пришел, протеиновый. Угу. Так, а вот таблеточки у вас? Да. У нас появились капсулы тричу. А, тоже для укрепления волос. Да, это тоже очень пользуется спросом. А, так. Потом для... многие спрашивали трифола гугул, именно от Дабура. Тоже да. Появилась. Угу. Трифола чурна порошок. Трифола это вообще аюрведическая просто панацея. Она чистит, все чистит. Трифола черная. Черная это значит порошок по хинди. Так, а вот у вас лиф, нету лиф? Лиф 52 есть. Uh-huh. Вот такой лиф. Uh-huh. А, лифон закончился. 359 стоит. Ага. Это хорошо чистит. Это индийский, да? Да. А вообще как сейчас? Вот уже есть поставки из Индии или сейчас нету? Еще, в смысле, вот ну, такие, как раньше были? Пока вроде пока нет. Нету, да? В Москве склад, да. Угу. Ой, скорее бы уже все пооткрывали. Так. А тришун еще, вот можете сказать, для укрепления иммунитета? Вот, вот, тришун это как бы антивирусная, да? И я с собой привезла тришун, несколько упаковочек я пила, чтобы не было... Ну, это как вот у нас практически почти как... Наташ,
Что тут у нас антивирусное? Это Римонтадин. Да, очень хороший, сильный антивирусный вот это вот. И натуральный. Так. Я бы, конечно, в этих магазинах сидела бы целыми днями. Так, а хна, кстати, хна. Хна, да. Есть с колорантом вот эта серия. А вот эта серия натуральная идет. Ну вот натуральная, чисто без... натуральная. Без... вообще без всего, чтобы чисто хна. А, просто хна, да. Да. Есть вот Леди Хена. Нет, ну с цветом, но чтобы без... Я поняла, чисто натурально, это вот такая Леди Хена, просто рыжая, вот такая Инди Бёрд. Инди Бёрд. Я таких там даже не видела. Так. Трех цветов, да, это черная и это коричневая. 455. А это что? Так, а это у нас лосьон для тела от Кади. Ой, у вас тут и книжечки, оказывается, есть. Я книжечек не видела. Наталья, смотри, помнишь, мы вот, по-моему, очень соскучились, да. Психология красоты. Целительство новой эры. Викторианский 108 вегетарианских блюд. Ой, слушай, как мне нравятся эти вот мисочки. Стоит книга 115 рублей. Ну, найди что-нибудь. Ты бы положила им на стол. У тебя ж никто не утащит эти твои. Ой, кстати, вот смотрите. Ватрушка к борщу или... Нет, ватрушку не надо. Давай что-нибудь такое полезное. Полезное. Так. Шашлыки. Хорошо. Ну, шашлыки-то из сои, значит. Здесь и это надо держать. Так. Пирог с апельсином, восточный пирог, финкур. Ну, здесь с тестом. Так, а нам надо стараться худеть. Да, я вот буду сладости и тесто исключать. Так, ну какую-нибудь надо. Так. Маска для волос Амла. Леди Хена 178. Порошок для волос Шикакай. 188. Ой, кстати, смотри, здесь и красная зубная паста. Да. Очень тоже пользуется она популярностью. Зубная паста красная. Стоит она 118 рублей всего. Вот, наши медики ее хвалят. Ну, во всяком случае, мне люди, которые привозили медикам, говорят, показали, они похвалили. А здесь, смотри, интересные какие. Зубная паста, корица и кардамон. Кардамон и имбирь. Слушай, с имбирем возьму, он так хорошо пахнет. И он еще антисептик хороший. Так, Шикакай. Убрали и добавила туда Бринберадж масло. Для волос? Да, да. А где порошок Браны? Вот, порошок Браны. А что туда входит? Сейчас я вам скажу. Там травки идут Браны, чистый порошок. Его даже можно внутрь употреблять. Да, вот я что-то помню, что, кажется, мама у нас что-то пила для суставов. Тоже называлась Брами. Да. Есть Брамивати еще комплекс. Но да. Это Брами больше для головы идет, если внутрь принимать, если тревожное состояние. Вот, хорошо успокаивает. Ну и для кожи головы хорошо, именно вот если для волос, для роста новых волос и для укрепления. Брами, да? Да, Брами. И вот такое вот маслице Брингарадж. Это вы смешиваете, да? Да, да. А порошка вот я больше наношу именно на корни, а именно маслице Брингарадж больше вот именно на длину и на кончики. Ага. Так, ну вообще вот Шикакай тоже очень советует. Да. Классный, да. Люди даже просто отказываются потом от шампуней, да, когда начинают. Да, потому что он имеет такой эффект, как хорошо промывает именно кожу головы, да. Это очень полезно. Да. Так, ну какую хену-то мне так надо, чтобы... Да, Наталья. Так, мне надо с цветом. Какая с цветом?
Так, вы просто рыжую хотите? Ну, нет, я хочу коричневую. Коричневую? Вот возьмите леди Хен, вот такую. Ага, она коричневая, да? Да, да. Хорошо. Ага. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот тут... Так, пойдем еще с радости посмотрим. Так, ну здесь... Можно, смотрите, гречку зеленую купить. Вот кто здоровый образ жизни ведет, самое время сюда. Такие. В магазинах такая интересная вот аура, запах. Угу. Как вот такой индийский, зажигательный. Да. Вам дать, может, корзинку? Вот что-то она не может расстаться с этой кучей своих коробочек. Говорю, положи на кассу. Боится. Вдруг уведут. Суп мексиканский. 126 с рисом и кукурузой. Наталья, можно я к тебе подкину? Конечно. Как всегда. Так. Суп индийский 145. Красной чечевицей. Суп старорусский 126 из полбы. Как интересно. Я люблю это такие смешанные. Разварить, сварить и уже, да, готово, ничего не добавлять. Но я думаю, вначале можно немножко замочить. Тут выйдет на 3 супа. Нут белый. Маш желтый, чечевица красная, мундал, халдирам 189, алоэ вера. Наталья, ты когда мне принесешь алоэ? Маш белый очищенный. Урат дал. Вот он. Маш желтый очищенный. Так, ну а здесь вот кто любит кайлас. Кайлаш это тоже крем, который заживляющий. Он для многих проблем помогает, от многих, и даже некоторые его едят. Ну, капельки, витаминки для глаз, айтон. Маску для волос не смывающую. Помнишь, ты как-то рассказывала, что девушки в Индии 2 раза в неделю... Ну, так они кокосовым мажут. Но вообще вот тричуб хорошо, очень популярно вот это вот. Ну, чтобы вот намазать, как это... Ну, смыть-то все равно придется. Ну, да. Ага. Вот какое масло ей, Алина, для волос? Чтобы для волос, для укрепления? Для укрепления, да, Алина. Возьмите тричуб. Вот тричуб, да? Вот такой вот, да. Или можно сезо взять, тоже хорошо восстанавливает и просто новых волос дает. Это масло, да? Да, масло. После вот его намажете, уже шампунью не надо смывать, да? Нет, почему нужно? Хотите не смывашку? Да, хотите не смывашку. А есть не смывашки? Не смывашку можно взять, вот которая сыворотка от тричубы, но наносить ее не на корни, а именно на длину и на кончике. Вот это, да, сыворотка? Да, если просто для увлажнения. Угу, спасибо. Так вообще на чистые волосы масло, конечно, не нужно наносить, потому что они в любом случае будут жирные. Понятно. Вот, либо это до мытья лучше делать. Угу. Я вот, Иринка, делала видео с кокосовым маслом. Это не то? Вот это вот? Да, можно с кокосовым делать, но желательно чистое масло кокосовое не использовать, потому что оно сушит волосы. Именно чистое оно не рекомендуется. И для волос, и для тела здесь, смотри, это кокосовое. Ну да, оно кокосовое, да, оно ж хорошее. Почули. Так, это что, вода, да? Цветочная. Так, возьму для начала это. Шампунь Ним.
шампуни. Им, кстати, хорошо, вот если есть перхоть, там вот у нас женщина постоянно покупатель берет, у нее псориаз очень хорошо помогает. Она говорит, что только благодаря ему, да. Ним вообще борется с паразитами. Да, вот как да. У нас полынь, у них ним очень полезный. Да, и есть. Я знаю, что Махатма Ганди каждый день, после каждого обеда, там завтрака, он съедал листики нима. Вот. Еще очень хорошо, что вот здесь и косметика, и продукты без химии. Натурально. Да, да. Замечательно, прекрасно. Ой, знаете, у меня даже не, как сказать, не по тематике. Я бегаю, как ужаленная, как укушенная из угла в угол, потому что мне хочется все посмотреть, потрогать, как Наталья Зыренко и Лапинг. Сюда палочки, что ли, вставлять, да? Подставка под благовоние. Если я просто шампунью помою, мне потом очень тяжело расчесывать, поэтому мне надо... Тогда надо кондиционер. Вот, некоторые, конечно, шампуни ничего, но чаще всего приходится кондиционером пользоваться. Ну вот, вот. Ним даже вон кондиционер есть и Туласи. Ним и Туласи. Я как... Мне обязательно нужна красивая девушка на этой. Ну, помажемся, кажется, и будем такими же. И помолодцем, и похорошим. Давайте его вот с порошком шикакай. Шикакай? Масло из шикакаем, да? Да. Угу. Спасибо. Ну, будем пробовать. Давай. Все там еще, да. Вот сегодня распечатывает документы, поедет в посольство, еще раз попробует сделать визу российскую. Ему в прошлый раз отказали. Ну, самолетов нет, смысла-то сказали делать. Действительно, вывозные рейсы отменили, а постоянных еще не ввели. Вот, сегодня мне звонил Саи с Путапарти, с русского ксерокса, и я говорю, Саи, когда будут самолеты? Он говорит, мы считаем, что ли в ноябре, или в апреле. Вот так. Так что пока такая вот общая человеческая карма. Общую отрабатываем. А это масла. Это хорошая фирма, да? Вот они как бы дорогие. Убежала, да? Да, вот это вот Россия идет. Хорошая серия. И еще вот есть марокканские масла. Эфирные, угу. Просто косметические. Ага. Потому что говорят, что хорошее масло должно быть дорогим, да, не должно быть дешевым, да? Да. Там угу. Чистые масла 100%. Да. Угу. Масло массажное. Массажное 998, а эти масла по... Ну, в общем, все больше 600. Жожоба. Ой, все такое родное, да? Все такое родное. А это что за спрей для волос? Ну, читай, что там написано, нет? Так, спрей для волос с кератином. С кератином. Страна Южная Корея. Наталья, тебе на сколько хватит этих коробок? На месяц? Не знаю. Как понравится. Как масть ляжет. Да. Я тебя понимаю. Слушай, давай. Мне так индийские запахи нравятся. Ничего себе цены. А, это арабские духи. Арабские, это не индийские. Так, ты хочешь палочки? Нет, у меня уже денег в обрез. Вот эти палочки, благовония, это, по-моему, для денег. Это мне вот просила даже моя астролог, говорит, привези мне с Индии эти благовония. А Горбате нравится. Потому что, говорит, они хорошо привлекают деньги. Вот здесь они стоят 185 рублей. Такой интересный бутылёчек. Открываешь, а там шарик, как этот, как дезодорантик.
Ну, нежные, приятные, мне нравятся. Это каир. А вот это лотос, давай лотос. Давай лотос. Что-то ничем не пахнет. Так. Понежнее. Давай вот кого-то королевского. Ну, давай за 2000. Давай, да, за 2500. Слушай, а это мы не первые, тут уже, понимаешь, уже все. Это из... пробники. Нет, я говорю, уже все из королевской это извели. Извели все. Так, а ну-ка. Наша. Нет, очень терпкий. Ой, это очень терпкий. Поэтому его. А и вот поэтому это... его еще много, а королевского уже совсем нет. Знаешь, это... короче, с тобой удел Шакира в магните. Такой приятный здесь. Ой, нежненький, нежненький очень. Ну куда же еще сходить? Господи, все меня впечатляет, все мне нравится. Нет, они, знаешь, они как-то вот так, вот так танцуют. Да. Слушай, а может нам пойти поучиться, потанцевать по-индийски-то? Да где же сейчас это найдешь? Кстати, 10 числа открывается новый это забор-набор в индийские танцы. Это, наверное, для молодежи. Подвинуться. Ну, а мы это... Мы на заднем плане будем. Да, вот так вот. Один вот так вот. И садим за молодежь. Да. Вот это вот, кстати, для похудания. Чтобы съесть, чтобы похудеть. Ешь вот это вот. Так, ты говорила, она просто отбивает аппетит. Ашваганда успокаивает нервишки. Ним убивает гельминтов. Не бы для нервов что-то. Для нервов? Тебе пузырики лопать надо. Эти вот. Покупать метражом, во что заворачивают всякие посылочки. Вот там китайский воздух внутри. Ой, это опасно. Так. Средства для здоровья и долголетия. Ведь потом окажется, что нам что-то надо, и мы это забыли. Вот сейчас вот мы... Придется возвращаться, значит, скорее есть сладости. Пошли. Все, да? На этом ты заканчиваешь? Так, гидрогелевая маска для лица с золотым комплексом. Так, ну я люблю вот это все люблю. Горчица, кстати, черная. Горчица черная. Вот это мне надо. Если горчица желтая. Куркума. Бадьян. Гвоздика. Пожитник Шамбала 85 рублей. Пожитник молотый. Кунжут. Кунжут черный. Кунжут белый 89. Имбирь. Бадьян. Корица. Кумин. Анис. Корица. Синамон. Единственное, тут нету, что я хотела, кардамон. Кардамона нету. Кардамона а нету, почему? Да? Зеленый. Кардамон есть. Зеленый. Молотый. Ну, молотый так молотый. Есть еще семена кардамона. Без коробочки. А семена главнее, чем коробочка? Что там пахнет-то? Коробочка тут пахнет или семена? Так, возьму вот так. Наталья? Ага. Ну что, как?
Такая это что такое? Мельница для специй, а она многоразовая, да? Да. Слушай. В магазинах же продаются, они какие-то запаянные, их потом приходится выкидывать. Сыр бурый, смотри. Кто? Рис. А, ой, сыр. Рис. Рис бурый. Рис бурый. Вот он как, значит, выглядит. Да, а вот оливковое масло. А вот кунжутное масло. А это что, Наташ? Масло? Семян рукколы. Рукколы. Масло черного тмина. Масло горчичное. Масло кокосовое 100%. А это что за трава? А это тоже масло. Сыродавленное. Сыродавленное масло, оно ничем не обработано. Ага. Уже наше, да? Это трава, да, Россия. Угу. Травица цейлонская. Это тестер. Я всегда ее видела только на картинках. А чем цейлонская? Вот. Дай-ка она выглядит. А что-то она не сильно пахнет корицей. Уже выветрилась, наверное. Угу. Она выветрилась, да. А. Там корица очень хорошая. Так, как она? Это немножечко есть. А я в ленте позавчера купила как раз корицу. Все? Расплачиваться за все хорошее. Даже страшно. Нет, ну мне это не страшно. Я думаю, тебе страшно. Давай мне свое. Это твое. Мое. Мое. Так, еще не вот. Боишься? Не боюсь. А. Мое. И все? Да, ты совсем. Такая скромненько. Такая. Так, ну давайте. Угу. Ты же оденешь, что ли, да? Да, разделим. Ага, пакетик нужен будет? Нет, у меня у нас много пакетиков. А, с Дашей, наверное. Да, а, мы с Дашей к вам приходили. Да. Так, а это мы с вами менялись с серьгами и... Нет, это была Ксюша такая высокая. А, Ксюша, а, понятно. Да, я помню, она повыше была. Думаю, вот Алина меня узнала, а я думаю, я вроде же к Ксюше разговаривала. А она мне подарила джапамалу. Наталья, ты знаешь, что это? Нет. Камбуча написано. А ты знаешь, что такое камбуча? Зеленый жасмин. Это чайный гриб. Ах, вот оно что. Да, вот я делаю камбучу с красными листиками. А кто-то, вот видишь, зеленым жасмином делает. Какая прелесть. Мне очень хочется халвы, но я твердо решила встать на путь исправления. И... Ну, я 5 дней уже на пути исправления. Пора уже свернуть с этого пути. Так, ну давайте. Карточка же есть наша у нас? Нету, а почему у нас нет вашей карточки? Как их получают? Мы покупали на 2000 у нас. А, нет, наверное. Единовременно. А вот сейчас вместе будет на 2000 или нет? Можно вместе посчитаться, да. А это на сейчас на сколько? Это 1185. Ага, держи приговор. Держи приговор. Но за это... Нам оформили карточку. 5 килограмм, да. Пойдем, я на подарок. Упакуешься от всей души. Все? Такие миленькие корзиночки. Да, я думала, они так красоты стали. Вот надо тебе рюкзак, я тебе говорила. А я говорила. Здесь... Ну все, счастливо, спасибо. Процветание. Процветание, да. Мир вашему дому. Вот еще раз, дорогие друзья, на Садовой выходишь, на Сенной, Садовая. Вот, индийский магазин Ашанти. Пройти тут совершенно по переулку Гривцова 100 метров. Особенно, мне кажется, понравится кулинарам. Здесь очень много натуральных приправ. Да, очень многие, когда что-то индийское готовят, говорят, ну как жалко, у меня этого нет и этого тоже нет. А вот если, ну, вот жить, если живешь в большом городе, то можно здесь это все найти. Разочаровали?
Не, наоборот.